долго ваше внимание утомлять не буду, потому что прием теплый, но погода все-таки такая. Еще пару песен попробую сыграть, конечно. Сидел на окне, озираясь вокруг, и плевал с высоты на друзей и подруг. Был он весь вне себя, оглушенный тоской, в голове пустота, а в душе не мотор. А внизу суета. Он представил на миг, что вернулся туда, наплевал он на них. Может, бросишь кирпич и дождешься, когда приведут тебя вид, открывая ворота, и разгонят тоску, и прочистят мозги. Он почти мазохист, рвет себя на куски, открывает замок отражений его. В зеркалах уже ждет, а в дверях против в огне разделялась она.